У Гомельской области появятся новые маршруты руху тягников. Три региональные и один международный. С 8 снежня поскоренные тягники региональных линий будут курсировать по направках Рогачов-Гомель, Речица-Гомель и Гомель-Добруш. Так само организованы штодённый рух двух пар тягников по маршруте Гомель-Новозыбков. А кроме этого, белорусская чыгунка вводит новый график руху на 2019-2020 год. Он пошне дейнічаць 8 снежня на дорогах краин СНД и Балтии, 15 снежня на просторы краин Заходней Европы. Больше подробную информацию можно доведаться на сайте компании. Так само отменяется комиссийный сбор при оформлении электронных билетов на тягнике, которые можно будет купить с мобильного телефона. С 1 снежня яны будут обходиться пассажирам танней, чем при набытии у билетной кассе. Зараз сбор складает 24 копейки на поездки внутри краины и 78 копеек у международных направках. С 2 снежня пошне работу мобильная программа для оформления билетов БЧ «Мой тягник». Додаток будет працавать на русской, белорусской и английской мовах.